Чипсы мексиканские. Это все чили-чили, да. Короче, это все острое. Мы примерно ели, ну так, пробовали, когда в Мексике были. Пробовали эти чипсы. А что, мороженое, что ли? Рожочки. Для... Ага. Рожочки. Скорее всего, это жареные, приготовленные. Угу. В них ложить дома. Ты ложишь мороженое. Всякие печенюшки. Я не задерживаю, конечно, но... Вот. Чипсы. Миксы. Всякие батончики. Ма, ты уже все уходишь, что ли? Ты уже в кассе идешь? Нет, мы здесь не проявляем. Разворачиваться. Лучше объедем, чем там. Чипсы всякие. Вот. Ма, подожди. Не знаю, есть такие в России, нет? Ма, меня подожди. О! Вот вам, ребята, лаки. Вот такой набор. $3. Что это для американца? Для американца. Ничего вообще. Ничего не говорит. Когда-то я себя завалю вот этим. Ну, я не знаю, когда это будет, правда. Угу. О, тут целый набор. $5 это значит вот. Ну, это что-то тут, я не знаю. Да, это ерунда какая-то. Угу. Ну да, если покупать хорошим. Просто говорю, когда-нибудь куплю себе. Так, мама что-то нашла. Сушить, завивать. Ну это хоть нормальное, да. А сколько она стоит, я не вижу. Не знаю. Смотри. $3. $3, что-то дороговато. Это очень хорошая для нашего голоса. Коробки у меня. А что, обойтись без нее никак? Нет, я ищу, мне она очень нужна. Ну, это опять будет. Опять все то же самое. Не, дурацкая. Дешевая. Все, вот этот он никогда боком. Не берите вот такие ножницы, ерунда. Угу. Дешевые. Не режут вообще. Что-то детское только. Какие ковтюшки. Хоть самой одевай. Представляете меня? Вот. Одену детское какое-нибудь и буду ходить, вот, как дура. Это что? Это что, детское? И не кукольное? Может, это вообще кукольное? Да а что-то у меня тут бантики какие-то ищет. Глядите, она вот сейчас точно вот, оденет. Вот я тебе в России, у нас была такая синенькая. Она не чувствуется на голове. Ты ее просто одел и все. А что она сколько вот стоит? Я не знаю, откуда я знаю. И вот 99 центов, все тут. Да, вон там и 3 есть, и... Окей. Okay. И это на голову. Это знаете, надо сколько? Оно сколько, смотря сколько стоит. Для маленьких берут, но они очень удобные. Mm-hmm. Очень удобные. Ее такой одеваешь на голову и спокойно ходишь. Ну да. Но она растягивается. А то умываться мне челка мешает. Ну тут не написано. Не написано, сколько стоит. Может и $2 будет. Ну, вот 99, я думаю, все. Ну это вот 99. Это вот широкая резинка. Не знаю, она может давить тебе. Да она может и развалиться, потому что детская, або да. Какое. По качеству вот ерунда, наверное. Так, а это что?
кошелечек. Пошли в другой отдел. Это не то, по-моему. Был бы отдельно что-то, ободочки были бы отдельно. В наборе. Ну, там, там есть другой магазин. Под... Маленький голова, видишь, маленькая. Вон, попросим свозить, там по центу, по доллару есть все. И там были вот так вот намотаны резинки и ободочки. А то тут цены нету. Чатом кто-то разрубал. Цены нету, не понятно. Разлезется, это ерунда, да, все. Не будет держать. Все, пошли дальше. Нет, тут ерунда. Посуда. Что это такое? Альбомы всякие, что-то детское какое-то. Поделки какие-то. Нарисовать здесь. Вот это что такое? Всякое такое. Мелочевка. Наклеивать, наверное, что-то. Не знаю, что это.